Це про футбол. Ми знову в прямому ефірі. І перш ніж перейти до обговорення інших матчів чемпіонату України, ми хочемо розповісти вам таку, напевно, мотиваційну історію одного футболіста. Це Ігор Пластун. Зараз є він гравцем Гента та гравець збірної України. І, до речі, цього туру його бельгійська команда переграла Шарлеруа 2-1. Ігор Пластун зіграв з першої до останньої секунди у цьому поєдинку. Але цього всього могло і не бути, якби в один момент Ігор Пластун не прийняв рішення залишити Карпати. Йому було 28 років, і це рішення йому вдалося непросто. Але наскільки воно змінило його кар'єру? Далі. Дуже душевний сюжет. 28 років – солідний футбольний вік. Після двох успішних сезонів в основі лудогорця Ігор Пластун перейшов у бельгійський Гент і вперше отримав виклик до національної збірної. В Болгарії Пластун пограв у Лізі чемпіонів і двічі ставав чемпіоном. Тому шансу зіграти збірну очікував дуже довго і неодноразово звертався до свого внутрішнього «я». Ну, емоції, звісно, були такі радісні. Ну, скажу чесно, я якби в голові багато разів це прокручував, чекав цього і, ну, якби... И в какой-то момент это вот пришло ко мне, этот вызов, и я думаю, ну вот, да, Игорь, ты наконец-то это добился, так все зачеркнуло, эта цель зачеркнута, так, первый вызов. Як тебе тут прийняли, адже ти футболіст досвідчений, колінки не тряслись? Да нет, ну не тряслись точно коленки. Эта атмосфера, она была похожа, когда я в мое время, когда я был в молодежной сборной, в принципе, и некоторые ребята с того периода здесь есть. Вот, и вот эта атмосфера сборной, она, ну, как бы передается, наверное, от молодежной сборной национальной. Понятно, что здесь гораздо выше уровень, здесь другие задачи. Меня это мотивирует в первую очередь как футболиста, мне не 20 лет, но, несмотря на это, мой девиз такой, как бы внутренний, это моя команда на мою карьеру, что, несмотря на то, сколько тебе лет, ты должен каждый день стараться сделать себя лучше. Проте ще два роки тому про збірну України можна було лише мріяти. Тоді Пластун грав за Карпати, які пленталися на дні турнірної таблиці. Відсутність прогресу і постійні невдачі в чемпіонаті дуже пригнічували. Я це відчував в Карпатах. Я програв в Карпатах 4 роки. Були різні періоди у команди, у мене в тому числі. Но в последние полгода, вот я не знаю, на каком-то подсознательном уровне, я чувствовал, что вот, вот нужно уходить. Меня прям это раздирало. И как сделать это, я не знал, ну, там, на тот период, да. То есть идет сезон, но я чувствую, вот, Игорь, ты должен уходить отсюда. Вот не знаю, почему так. Я набрался смелости найти телефон Петра Петровича, когда узнал, что точно Лудогорец меня хочет. Наш разговор был короткий. Он как бы сказал, Игорь, если у тебя есть предложение, они выйдут на меня, и я с ними обо всем договорюсь, твое дело играть в футбол. То есть он мне коротко ответил на это, ну, это было понятно, я сказал, хорошо, спасибо. Я просто как бы сказал одну вещь, что то, что я хочу расти и хочу как бы сделать новый шаг, и все. Он услышал это, и они договорились в итоге. У Болгарії Пластуну не одразу вдалося змінитися. Чесно, не сразу ко мне это пришло, вот такое внутреннее, такая ментальность ко мне пришла, но где-то через год я понял, что да, вот это то, что нужно. Главный такой урок в моей карьере до сегодняшнего дня. Нужно всегда-всегда побеждать. Если бы вы, например, поехали, окунулись в атмосферу именно Лудогорца, посмотрели, что там создано для футбола, то вы бы поняли, что это топ-клуб. Сама в целом футбольная Болгария, у нее есть проблемы. То есть у нее там не слишком хорошая инфраструктура, люди не слишком ходят на футбол. И вот все эти проблемы у них существуют. Но именно Лудогорец – это клуб, который вот все делает для развития, постоянного развития. Они постоянно думают, как сделать себя лучше. То есть так, мы вышли в этом году в Лигу чемпионов, мы в следующем году хотим тоже выйти. И это тебя заставляет тоже как бы расти. Ты понимаешь, что ты должен отвечать как бы амбициям клуба, и ты должен тоже расти и развиваться. Вот. Эти два года для мене стали такими переломними на сьогоднішній день. У Лізі чемпіонів Пластун зіграв один повний матч на виїзді проти ПСЖ. Лудогорець лише на останніх хвилинах пустив несподівану перемогу, а сам Пластун отримав досвід гри проти одного з найкращих нападників світу – Едінсона Кавані. Да, но они вот космос, да. То есть, если ты, например, Кавани упустишь на 2 секунды из поля зрения, он отойдет от тебя, и именно туда ему пойдет пас. Это другой уровень, как бы, футболистов. Если ты хочешь играть на этом уровне, то ты должен быть, ну, готов, наверное, в первую очередь ментально к этому. Після успішного етапу в Лудогорці Пластун отримав можливість виграти ще один європейський чемпіонат. У Генті він гратиме разом з іншим збірником Романом Єрмчуком. Але стати чемпіоном у Бельгії буде набагато складніше.
Бельгії, ну, уровень конкуренции вообще совсем другого уровня, да. Здесь ты едешь, скажем, если на выезд там, в команду, которая, там, скажем, в зоне вылета, то ты никогда в жизни не уверен, что ты обыграешь ее. Я к этому еще, кстати, привыкаю, то есть, знаешь, потому что в Болгарии все-таки, особенно после матча Еврокубков, когда ты там отдал все, там через два дня игра в Болгарии, и ты, ну, где-то наша команда могла чуть-чуть себе что-то позволить, и все равно мы выигрывали. Вот. То здесь это вообще не проходит. Гент же не гратиме у Єврокубках цього сезону. Вилетіло у кваліфікації. Та ще й тренера звільнили за невдалі результати. Зі збірної пластун повернеться у оновлену команду. А ми постежимо, як він там.